Диана, за кадром Сергей, и это «Кухня без границ». А значит, сегодня мы будем готовить что-то необычное. И именно сегодня мы будем готовить необычный бельгийский рецепт. Это десерт «Клубника в шоколаде». А что нам для этого понадобится? Значит, во-первых, это белый шоколад. Мы будем его топить. Ну, само собой, клубника у нас тут. Черный шоколад, горький. Можно взять, конечно, молочный. Топленое сливочное масло. Я его топила на водяной бане. Молоко. Сахарная пудра. Кокосовая стружка. Орехи. Кешью. Арахис в сахарной глазури. И изюм. Это присыпки для украшения. Я подогреваю воду. Воды нужно наливать так, чтобы она не соприкасалась с тарелкой. Почему у меня тут сито, я объясню. Просто несколько раз у меня уже бывало так, что тарелка лопалась. Поэтому через сито все-таки как-то надежнее. Вот и все. Дальше я вам буду просто показывать. Ничего такого сверхъестественного нет. А Сергей, может, пока вам расскажет историю. Вот уже пошел. Историю происхождения шоколада. И здравствуйте еще раз. Как вы уже слышали, меня зовут Сергей, и сейчас я вам поведаю небольшую, но очень интересную историю возникновения этого рецепта в Бельгии. А почему же, собственно, Бельгия? А как же Швейцария? Ведь там шоколад начали делать гораздо раньше, скажут многие, вспомнив, например, о Таблеронах. Швейцария остается лидером по производству и потреблению добротного промышленного шоколада. Но не было там такого полета фантазии и страсти к экспериментам, как у шоколадных маэстро из Бельгии. Есть немало стран, где сегодня делают хороший шоколад. Это Франция, Италия, Германия и даже Россия. Но нигде вы не найдете такого выигрышного сочетания качества и цены, как в Бельгии. В Европу бобы какао в 16 веке привезли конкистадоры из Центральной Америки. В 1635 году появляется упоминание о покупке шоколада аббатством из города Гент, что на севере Бельгии. Долгое время лакомство было доступно только состоятельным бельгийцам. Но в начале 20 века у Бельгии появилась своя африканская колония. Это бельгийское Конго, где можно было выращивать шоколадное дерево, и цены на шоколад снизились. В 1912 году Жан Нойхау, вспомнив, как его дед-аптекарь подслащивал шоколадом горькие пилюли, начал выпускать шоколадные конфеты с начинкой в виде фруктов, а позже появилась знаменитая пралине. Сегодня в Брюсселе больше шоколадных фабрик, чем в любом другом городе мира. Бельгия экспортирует шоколада на 2 миллиарда евро в год. Такой же показатель, к слову сказать, как у России по экспорту легковых и грузовых автомобилей. У меня, по-моему, оно стало однородным. Надо, наверное, уже это дело снимать. Мы будем делать шоколад другого цвета. Я растворила красный краситель в молоке. Получился он такой прям даже не красный, а малиновый. И мы теперь выливаем его, вот так вот, думаю, пока достаточно, в мисочку с шоколадом. Шоколад у нас. Так, ну один готов, хорошо. И попробуем обмакнуть несколько клубничек в наш этот розовый шоколад. Немножечко не поможем. Пускай чуть-чуть подстывает у нас пока в руке. Ну и допустим, пускай он будет немножко лимонной стружки. Раз, первая готова. Значит, здесь нам совершенно не нужен хвостик, мы его убираем и разрезаем ее пополам. Значит, пополам мы ее разрезали, получились у нас такие штучки. Мы должны ее вот так вот как-то совместить. Я бы здесь еще отрезала вот так вот кончик, чтобы... Вот, отлично, по-моему, на сердечко похоже. Теперь берем зубочистку. И это все мы должны дело соединить, только соединить так, чтобы у нас зубочистка проходила вот по краю. Вот, по-моему, вот так вот идеально. Перекладываем ее теперь вот сюда. Именно здесь мы и будем заливать. Для черной половины возьмем кокосовую стружку. Следующая клубничка идет в розовый снова шоколад. И сюда я хочу еще добавить немножко черного, пускай будет. Вот так.
Теперь возьму зубочистку. Все в хаотичном порядке. Вот какая была, короче, клубника. Сочная, какая она спелая, какая она вкусная. И стала вот такой она. Клубника очень веселой и жизнерадостной. Сейчас мы вам расскажем, что делать дальше. Вы украсили это все дело. Обсыпали. И теперь нужно это убрать в холодильник. Желательно в морозилку даже. Минут на 10-15, чтобы глазурь шоколадная до конца застыла. Клубника застывала 15 минут в морозильнике. И прикладываем это все на наши блюда. Давайте пробовать. Божественно. Класс, я могу сейчас все блюдо съесть. Это вкусно. Пробуйте, готовьте. С вами была Кухня без границ. Пока.